Легенда баскетбола Майкл Джордан по прозвищу «Его воздушество», приносивший по 60 с лишним очков за игру, начинал свою карьеру почти полвека назад с простых уличных игр вместе с друзьями. Начинать никогда не поздно, вот и у березняковских ребят появилась прекрасная возможность заявить о себе. 16 июня на площади УДК Металлургов состоится открытое первенство города по уличному баскетболу «Баскет Стрит 2018». Побороться за лавры победителей смогут все желающие старше 8 лет. В состав команды должны входить 3 человека, плюс один запасной. Все дети, все юноши и девушки, все взрослые, мужчины и женщины нашего города, мы всех приглашаем, чтобы они поучаствовали, подержали в руках мяч. Многим, может быть, это понравится, и начнут люди заниматься баскетболом. Организатором соревнований выступает клуб «Калий Баскет». Березняковский турнир по уличному баскетболу пройдет 16 июня в 10 утра. Соревнование собой подразумевает большой баскетбольный праздник. Все участники, да, я думаю, получат кучу эмоций, а победители получат еще и медали. Заявки на участие принимаются в рабочее время до 15 июня включительно в Доме спорта «Титан», а также 16 июня у Дворца Металлургов. Заявки ждут и по электронной почте. Не забудьте позаботиться о разрешении от родителей и медицинской справке. Сергей Коленник, Дмитрий Воронушкин, новости на ТНТ.